Ну что, это первый обзор, наверное, граффити маркера в фонтане зимой. Флюкс. Маркер по типу Black Mop'а. Такие же есть там от Prima, Укринка. Многие используют просто обувные губки. Это же флюкс с их чернилами. Один есть, который закручивающейся крышкой, и один просто вот отщелкивающийся. Наверное, главный минус — это расход большой. Ну и, конечно же, перья, которые быстро разбухают и рвутся. А любую там какую-нибудь маленькую камушек, любую выемку, но их можно укрепить капроном. Как это сделать, я уже много раз показывал. Ссылку прикреплю в верхнем углу, поэтому смотрите. А так покажу теги, что об этом маркере разговаривать. Обычный моб, только от компании Flux. Размер хороший, вроде тегать удобно. Чернила у них тоже хорошие. Поэтому просто смотрите на теги, как с него делаю, и делайте свои выводы. Все, всем йоу. Снял обзор, превьюшку и руки уже запачкал.
Поближе сюда встанем. Кастом.
Ебать, вот эта хуйня тоже антибас была сломана. На, в другую сторону. Сверху. Бля, вот это, посмотри, блядь. Это надо снимать, блядь. Это гейм. Вот это. Это гэнгста щит полный, посмотри. Щит. Ну это уже какие-то жиртресты подъехали. Бил стишки, я бы так сказал. Че, вы будете рисовать-то? Не конечно. Рисовали еще? Нет, тебя ждали. А че меня-то? Да, че? Закрой. Закрыл. Закрывайся все. Потом разбудим. Ну что, потестил два маркера Flux с охранной заправкой. Потегал из того и из другого на видео и плюс использовал их небольшую заправку, заправив их же. Много о них не скажешь, можно сразу сказать, что два самых больших минуса это, наверное, большой расход. И то, что у них, ну, мягкие перья, которые легко рвутся, если вы тегаете не по гладкой поверхности. Их можно укрепить капроном. Как это сделать, я покажу. Ну вот этим маркером я тегу не только по гладкому, поэтому вот это третье перо, наверное, за неделю. Можно укрепить капроном, и тогда они будут хорошо держаться и тегать почему хочешь, но не будут так сильно разбухать, и ташки будут чуть меньше, чуть тоньше. Из плюсов, наверное, сразу же, это, конечно же, огромные теги и черные, ну, потому что перо разбухает, и теги просто становятся огромными. Поэтому этот маркер такой. Жирные теги вообще хорошо с него делать.
Разницы между маркерами нет никакой, кроме размера. По объему они одинаковые, 200 здесь, 200 здесь. Единственная разница, что разница в форме и в том, что вот у этого крышка накручивается поверх. О, нифига себе, он открылся. Этот закручивается и не откроется в кармане. Это плюс. И он более гладкий такой, более, ну, кажется, более мелкий, хотя по объему он точно такой же, как и этот. Этот же мне понравился больше. Из-за своей формы мне удобнее таким тегать. Я думаю, что каждому индивидуально. Кому-то подойдет такой, кому-то такой. Но разницы между ними нет. Если что будете выбирать, выбирайте только на... Просто нравится вам форма или не нравится, и закручивается крышка или нет. Маркера хорошие, перья надо беречь. Если тегать аккуратно и во всяких хороших местах, то просто супер. Теги будут огромными. Ну, сами сделайте свои выводы. Надеюсь, видео смог показать, как пишут. Всем йоу, до следующего обзора.